Привет, друзья и гости моего канала. У нас сегодня мукбанг. Как видите, сейчас я вам покажу. Картошечку наварила, укропа много, не пожалела, свежего пошла нарвала. Котлетка. Куриная котлета рубленная. Ну и, как вы видите, черри и 2 яйца вареных. И хлебушек бородинский. Что-то как-то у меня стоит он. Во, вот так вот вроде, да, как бы получше. Вот так вот. Так, друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Кому не нравится видео мое, дизлайки, будем исправляться. Дальше, значит, друзья, что я вам как и говорила про масло. Помните, я вам говорила про шоколадное масло? Вот оно написано. Видно, да? Щедрая Русь. Друзья, Щедрая Русь, 8,2, очень хорошее масло. Ну, видно, наверное, да, картинку? Тут какой-то замок нарисованный, Щедрая Русь. Вот это масло берите сливочное, очень хорошее, шоколадное, ой, обалденное. Ну, все, поехали, а то время у меня идет, истекает. Приятного аппетита вам, друзья. Укропчик прям свеженький, ток-ток сорвала. Супер. Вот этот лук я брала в Радиже. Он, видимо, этого года, что ли, лук. Друзья, сочный, вообще не острый. Ой, это вот вкусный. Вы его ешь прям, ой. Сладкий такой лук. Это просто супер. В Радиже я брала. Во лук. Такой вкусный. Лук вареный, я люблю. Ну, кто-то не любит. Ой. А я что-то давно картошечки не ела. Думаю, глянь, зеленый укроп пошел. Надо картошечки наварить с укропчиком. Вот эту я котлету взяла в Радиже. Рубленые. Вот вкусные. Прям куски. Куски прям мяса. Грудка куриная. Куриная котлета. Прям кусочки грудки. Кусочки вкусно. С морковочкой. Ой. Разломилась.
Очень вкусная котлета. Тут столько мяса много. Она прям, видите, котлета у них сделана как с морковочкой прям. Вот здесь оранжевая-оранжевая. А камера не отображает. Ярко-оранжевая. А там, видите, даже не видать. Вкусно. Очень вкусно. Мой помидор вот такой висит. Даже покрупнее. Крупнее, чем вот черри. Клубника уже пошла. Я уже ем клубнику. Ну, не сильно прям туда пошла, но... Дружно уже идет. Еще недельку ее будет много. О, укропчик. Никогда я черри не брала, никогда. Я сегодня первый раз взяла, думаю, дай попробую. Ну ничего, ничего. Шкурка у них очень крепкая. А так ничего, помидорчиком пахнет. Какой лук вкусный. Картошка себе много навалила. Боюсь, что я не доем. Я сегодня целый день вообще ничего не ела. Вот правда вам говорю. Вот воду хлебаю, воду. И гриб у меня, чайный гриб в банке трехлитровой. Он как квас, такой вкусный. И вот целый день вот так. Ничего не ела.
пилипилиные дела. Сейчас поужинаю, набабахаюсь и спать. Уже ночь на дворе. Ох, у нас вчера дождь шпарил. Вот это дождяра у нас был вчера. Вчера. Ой, вообще вчера. Сегодня утром глянь, у меня склероз, а? Но это я заработалась. Закружилась целый день делами. Утром сегодня встал, с крыши льет. А я говорю, глянь. Вот это да. Но я все равно через 30 минут оделась, поехала, в калач мне надо было. Калач приехал, он перестал дождик идти. Туда-сюда и солнышко выглянуло, и все, я домой приехала, дождя нету. Но лужи хорошие стоят. Ночь шпарил всю ночь дождь. Наверное. Котлета хорошая. Кыш. Мяско и помидорчик. Ой. Скорее бы лето. Розовый сок сорвать с грядки, порезать. Ой, да присолить. Ой. Вкуснятина. Ну ничего, ничего, вкусный помидорчик. Чуть прям я наелась. Как у вас, друзья, дождь-то был, нет? Ой, ну в этом году у нас прям радует дождичек. Ну, правда, неприятность другая, то, что трава прет. Ну то, что радует, хоть жары такой не будет, может быть, как те года, под 45, откуда? Друзья, делитесь моим видео, чтобы меня узнавали. У меня очень уж медленно канал продвигается, очень медленно. Наверное, вы не делитесь моим видео. Я буду очень вам рада, если вы будете делиться. Спасибо, что были со мной. Мне было приятно с вами пообщаться. Всех я вас люблю, целую, друзья. Пока, до встречи, до завтра.